Сергей, ну, во-первых, поздравляем с тем, что вы открыли счет в матче. Да. Что чувствует капитан после победы? Помогло ли это немножко вот сейчас команде чуть-чуть собраться с духом, воспрянуть и, может быть, продолжить удачно играть в премьер-лиге? Не, ну, конечно, самое главное все-таки премьер-лига. И у нас там дела складываются не самым лучшим образом. Поэтому, надеюсь, победа поднимет нам настроение. И с позитивом будем готовиться к следующей игре. Тяжелая очень игра получилась. Шинник хорошая команда, очень хорошо играли. Первые минут 20 было их преимущество. А потом, наверное, мы забили, и немножко инициатива перешла к нам. Во втором тайме забили второй гол, играли по счету, контролировали мяч. Хочется Шиннику пожелать всего хорошего, но нас с победой в этом году первой. У вас сегодня два Сергея забили голы, да? Как складывался ваш гол, из чего он вышел? Что вы тогда, вот как, на что успели среагировать, кто помог? Успел среагировать на отскок, успел поставить ногу, увидел мяч в сетке, обрадовался. 1-0. Второй гол Сергей забил, скачок, про него можете рассказать? Я помню, что он сместился в центр, пробил с правой не своей ноги, верхний угол. Поэтому сейчас пойду поздравлять уже, если честно, замерз очень, можно уже?